Так, что мы тут имеем? Красавец. Ну, шаркнули по душе. Удовольствием читаю эту историю, это как бы типы мужчин с сексуальной и эротической точки зрения. Первый тип называется попугайчик. Мужчина беспокойный и сексуальный, точнее сексуально беспокойный. В самый неподходящий момент спрашивают у женщины, хорошо ли ей с ним. Она, захваченная страстью, шепчет, хорошо, хорошо. Он переспрашивает, хорошо так, как ни с кем? Женщина бормочет, не сбиваясь с ритма. Так, как ни с кем, так, как ни с кем. Не обманываешь? Правда, так хорошо, как ни с кем, хорошо не было? Или хорошо так, как с кем? Или как ни с кем? В результате женщина кричит, плохо мне с тобой, плохо. Он допытывается, плохо так, как ни с кем? Да, как ни с кем. Здесь он успокаивается и шепчет, так я и знал. Кстати, есть точно такой же тип женщин-попугайчиков. Они добиваются положительного ответа «да, хорошо» столько раз, пока не перейдет в отрицательный. Такое ощущение, что они вступают в интимные отношения для того, чтобы убедиться, что хуже, чем с ними, ни с кем быть не может. Особенно хороши в постели два попугайчика – он и она. Сквозь поцелуи страстно пытает друг друга, насколько с ними нехорошо. Убедившись, что соперников у них в мире нет, получает полное взаимное удовлетворение. Следующий тип называется Аполлон. Мифологически красив, никаких изъянов снаружи, гладкий, как морская галька. Знаю, что хорош, и приглашаю всех полюбоваться собой, как произведением искусства. Ну, представьте, вы пришли в Эрмитаж. Ну, вернее, Эрмитаж пришел к вам. Не сомневайтесь, что женщина, лаская его прелести, получает неземное наслаждение, поэтому в постели не мешает любить себя, лежит бревном, на котором написано, что хотите, то со мной и делайте, раз уж вам так повезло. Ум отсутствует за ненадобностью, его с лихвой заменяют мускулы. К тому же от ума, как известно, мысли, морщины, прочие дефекты. А так кожа гладкая, что на попке, что на лице. Любит летом возникнуть из моря, в сверкающих каплях воды, сохнут в лучах солнца девичий глаз, балдеет себя вместе с народом. Зная, что на его фоне любят фотографироваться, поэтому периодически застывает, подняв красивую ногу. Вызываю собак восхищение. Умные женщины с хорошим вкусом любят приглашать его в гости и ставить с бокалом в углу рядом с напольной вазой. Получается замечательная гибана. И последний тип называется сержант. В постели все достроки подтянут. С ним хорошо слабой женщине, которая любит повиноваться. Все четко и по команде. Налево, направо, равняет, целую, кругом, стоять, вольно. Да, нету шарма, нету романтики. Зато каждый день в одно время и без выкрутасов. Ну, правда, с годами команда становится все короче. Это тот редкий случай, когда чем выше звание, тем скромнее возможности. В ночном небе загудел самолет. Наши полетели, сказала полевая мышь дочке. Наши это кто? Как то? Летучие мыши? А разве мыши летают? Когда сильно мечтаешь, оно непременно произойдет. На утро мышка села у норки и давай мечтать, как она полетит. Мимо шла кошка. У нее тоже была мечта. Пожрать. Ее мечта тоже сбылась. Сбылась ли при этом мечта мышки? Трудно сказать. От того, что мечты у всех разные, нередко происходят трагедии. Запомните совет. Прежде чем мечтать, посмотрите по сторонам. Убедитесь, что поблизости никто не мечтает. Иначе мечты сбудутся, но не уверен, что ваши. Спасибо.